Уважаемые коллеги, еще раз хочу поздравить всех награжденных. Я считаю, что один из таких трогательных всегда дней в течение года у губернатора – это процедура награждения нашего дорогого агропромышленного комплекса, людей, которые трудятся в этом непростом для нас секторе. Для нас это, конечно, большая ответственность. Мы понимаем, что это территория Крайнего Севера, и что бы мы здесь ни делали в этом секторе, мы всегда будем, наверное, удивлять всех в нашей великой стране. Я с огромными словами благодарности хочу обратиться к всем тем людям, которые поддерживают нашу инициативу, кто не смеется над многими нашими инициативами, а на самом деле воплощает их в жизнь. Потому что нет ничего важнее для стабильности Ямало-Ненецкого округа, чем продовольственная безопасность.